Оформить садовый домик в собственность быстро и просто. Власти продлили дачную амнистию до 2020 года. Упрощенная схема постановки на учет земельных участков гаражных построек и прочих подсобных строений, действует в России с 2006 года. Большинство ивановцев уже успели стать полноправными владельцами дачных соток. Земельные наделы, предоставленные в пользование еще в советское время, следует как можно быстрее оформить в собственность. В противном случае муниципалитет распорядится ими по своему усмотрению. Для начала нужно нужно вызвать кадастрового инженера, который подготовит необходимые бумаги. С этим пакетом документов следует обратиться в управление Росреестра, где в течение 10 дней гражданину выдадут свидетельство собственника недвижимости. Если участок не оформлен, то можно одновременно оформлять и участок, и домик на нем. Если участок оформлен, то, соответственно, заниматься уже следует только домиком. У гражданина на руках в любом случае есть правоустанавливающий документ на земельный участок. Это может быть какое-то свидетельство, старое или постановление администрации. То есть данный документ у него является основой для оформления прав на участок.